слышали, курица с макаронами, говядина с рисом и гречка с овощами. Такое вот меню. Обиделся. Будем есть. В общем, пока народ выходит, я
во время полета S7 прислала мне письмецо, что власть СРВ, бла-бла-бла, карантин 14 дней. И в связи с вышеизложенным гражданам Российской Федерации будет отказа в перевозке рейсами S7 Airlines в Камрань. Сейчас пойду на стойку регистрации, буду доказывать, что я не обезьяна, что мне надо улететь. Посмотрим, что из этого получится.